результатам этих соревнований формируется не только сборная Омской области, которая будет представлять Омскую область на ближайший год. Это также формируется сборная для участия в первенстве России, которое будет проходить в Южно-Сахалинске в декабре 2023 года. Хочу отметить хорошую конкуренцию на данных соревнованиях. Я выступал в весовой категории 16-17 лет до 61 килограмма и оттачивал новые удары ногами, а именно малашигири в корпус и урмалаши в голову. У меня все получилось на данных соревнованиях реализовать эти удары и отобраться в сборную Омской области. Это важные соревнования. Все тренировки, то есть старалась. У меня все получилось. Сегодня я классно выполнила свою программу. Поработала на эластику. И благодаря этому я взяла золотую медаль. Сейчас я совмещаю тренерскую деятельность и деятельность спортсмена, что дает мне хороший опыт, то есть я могу уже смотреть на свою спортивную деятельность под другим углом, когда тренирую ребятишек. И наоборот, у меня хорошо получается донести актуальную работу, которую я сам использую на соревнованиях. То есть мне нравится работать вторым номером от контратак. Я и сам применяю эти техники на соревнованиях, наблюдаю их у других спортсменов и могу на своем примере ребятам объяснить и показать работу вторым номером. На этом частично строится наша соревновательная работа, и получается эффективно эту работу применять.